Всем привет, друзья, товарищи! Вы на канале Покемон Шалаев и все такое. Сегодняшнее вступление к ролику особое, паровозное, если быть более точным. Все потому, что у нас появилась весьма редкая возможность подивиться на летящий, то есть летающий, паровоз. Ну, правда же, многие ли из вас видели это в реале? А вот на нашем канале, пожалуйста. Итак, П-36 – флагман советского паровозостроения, про который мы, кстати, уже сделали ролик. Если не чекали, то посмотрите, ссылочка будет в описании. А мы переместимся на Горьковскую дорогу, Нижний Новгород, музей под открытым небом, где нас и ожидает сегодняшний пациент. И вновь минутка истории от Покемоши. Данный музей был организован стараниями тогдашнего начальника ГЖД Амари Хасановича Шарадзе. 1993 год. На станции Горьки-Сортировочной от главных путей прокладывается некая таинственная ветка, параллельно главному ходу. Туда чемухой закатываются 4 первых паровоза, вот эти, по факту, первые экспонаты будущего музея. Затем, спустя 3 года, подготавливаются еще 11 машин, вот они. 31 августа 1996 года. И на следующий день, 1 сентября, музей начинает свою уже полноценную работу. Отметим, что впоследствии экспозиция продолжала пополняться, насчитывая к началу 22 года 29 единиц. Среди них в самой первой партии паровозов оказался и наш пациент П-36-0071. Мы довольно подробно рассказывали об этой машине в прошлом ролике о П-36, поэтому остановимся лишь на значимых моментах. 71-й паровоз был построен в июне 1955 года и первоначально поступил в депо Красноярск. В 60-м году лок отправили на Северную дорогу, а в 67-м на Забайкальскую. Но в 1991 году паровоз передают фирме «Интертрек», которая в то время занималась ретро и туристическими поездками по стране. И вот однажды наш пациент натурально стал зарубежной телезвездой. 1992 год, Кавказ, английская компания BBC, снимавшая тогда в России так называемый русский сегмент кинофильма «Локомоушен». Для журналистов была выделена специальная автоматриса, с которой они и вели съемку, и сам паровоз, именно этот. В результате получилось очень достойное ретро-кино. В некотором роде, благодаря Интертреку, 71-я машина и оказалась в музее станции Горьки-Сортировочной. Долго ли, коротко? Но к 2022 году было принято решение отремонтировать этот локомотив. И не просто отремонтировать, а поставить на ход. Задача, безусловно, непростая, но, как показала практика, реализуемая. Даже парики с постамента можно заставить самостоятельно передвигаться. Как, к примеру, вот этот СУ. Щербинка, понимаешь. Ну да ладно. На данном этапе главная задача – извлечь страдальца из музея и поставить на станционные пути, дабы электровозом перевести в ремонтное депо. Решить ее можно двумя путями. Либо врезать стрелку на главный ход и таким образом выкатить этот паровоз. Либо особыми кранами на автомобильном ходу подцепить его и по воздуху перенести на действующие пути. Был выбран второй вариант. Но, как говорится, нельзя просто так взять и переставить технику. Оказалось, что сам паровоз необходимо подготовить к полету. Вот вы смеетесь, а зря. Давайте посмотрим вместе. Так, друзья, значит, смотрим на наши тогдашние съемки. И вот смотрите, вроде бы, ну, кажется, вот он стоит, П-36, как обычно, но уже отсюда видно, что машина расцеплена. И это очень интересно, потому что расцепленный паровоз мы здесь, по-моему, никогда и не видели.
Идем дальше. Смотрите, вот значит тендер. И на нем уже вот какой-то, видимо, кабель-канал, что ли, он уже раскручен. Половинка этого кабель-канала, какие-то тут ремни висят. Кстати, вот табличка, если кому-то интересно, посмотрите. Ну ладно, это тендер, тут не так круто. А вот теперь сам паровоз, смотрите. В таком виде, конечно, мало кто его видел, ну, кроме работников депо, которые ремонтируют или обслуживают эти паровозы. Какая-то сверлильная машина для стоматологов, только на максималках. Интересно, что только один паровоз во всем музее имел некую, ну, скажем так, реконструкцию будки машиниста. То есть там сделали небольшой ремонт, ее подновили. Но мы потом это посмотрим. Кстати, это большая труба, это привод скоростимера. От этой колесной пары идет вот туда вал, и вот скоростимер там крутится и показывает скорость. Походу, это эверластинговый кран. И вот видите, тут непрокрашенный участок. Здесь был типа фартука на топке. Его уже тоже сняли. Так, дальше. Вот, смотрите, демонтировано дышло. Вот оно валяется на снегу на рельсах. Вот отсюда снято, и вот оно на рельсах. И кроме дышла, здесь можно наблюдать еще и, походу, подножка какая-то. И тут какие-то еще тяги. Всякие какие-то... Похоже, концевой рукав. И вот сама подножка. И смотрите, у паровоза снят путь-очиститель. Вот он лежит отдельно. Это вообще редкая тема, увидеть путь-очиститель от П-36 вот в таком виде. Секция забора снята, потому что будут переносить тоже. Ну ладно. Кстати, отметим, что такие же путь-очистители применялись, например, на тепловозах серии ТМ-1. И вот паровоз П-36 без путь-очистителя по солнышку. Необычно без него он, конечно, смотрится. Снятый путеочиститель – это в какой-то степени плюс, потому что мы можем посмотреть на бегунковую тележку. Она нужна для лучшего вписывания паровоза в кривые на больших скоростях. И чаще бегунковые тележки применялись на пассажирских машинах, но не всегда. А вот это треугольное ограждение на буферном фонаре нужно, чтобы вставлять в него красный светофильтр. С другой стороны также снято вот это дышло. Так, это масленка распределительная. Вот видите, это реверсивный механизм. То есть это дышло, оно тут было с реверсивным механизмом связано. Вот его тоже демонтировали. Подножка вот с этой стороны немножко, видите, приварена на паровой машине. У П-36 просто гигантские колеса высотой больше 2 метров. Вот, кстати, поддерживающая тележка. Как насчет того, чтобы посетить будку машиниста? Солнце светит правильно? Давайте аккуратненько осмотрим. В принципе, вроде все. Тут интерьер-то в наличии. Стекла, правда, нет одного. Ну, то есть, в принципе, машина-то комплектна в целом. И вот, друзья, смотрите. Вот теперь мы можем наблюдать саму сверлилку. Бормашинка на максималках. На самом деле это стокер, автоматический углеподатчик. И он подавал уголь непосредственно в топку. Вот через эту вот трубу. Офигеть, я сам первый раз вижу в таком виде это все. А вот такая жесткая паровозная сцепка, с помощью которой тендер сцеплялся с самим паровозом. Как видите, никаких автосцепок. Тендер, там вот всякие эти шкафчики, ну как бы бардачки, мы сказали бы. Ну, Элвис Пресли, он же не зря пел. Love me tender, love me true. Ну, а теперь, джентльмены, музыкальная пауза. Джумбокс ностальжи, понимаешь. Почекаем эксклюзивные фоточки.
А теперь, друзья, товарищи, прямое включение. Редчайший случай, когда можно видеть тендер или любую другую единицу подвижного состава в таком вот виде. Прямо на асфальте, можно сказать. Посмотрите. Да уж, ребята. Вон, видите, бандажи-то покрасили с одной стороны, а там-то сверху было. За тележкой не подкрасить, не подлезть. И так все это стояло. Вот смотрите, сам паровоз. Просто потрясающе. Обалдеть. Да. Давайте посмотрим аж отсюда. Вот, смотрите. Поставили вот так его. Потрясающе, да? И вот будка машиниста. Классно. Ребята, смотрите, процесс подъема тендера просто потрясающе. Специальные люди, которые это делают. Вон уже задняя телега поднялась. Такие большие экраны. Все это поднимают. Они его, значит, куда-то сюда, наверное, поставят, уже непосредственно к путям ближе. И вот, ребята, паровоз ставят на рельсы. Ну, в смысле, на асфальт. Это следующий этап. Тендер уже, видите, его передвинули еще дальше. Вот. А, соответственно, теперь, вот видишь, работают с паровозом уже сами. Вот эти подцеплялки, стропы там, все остальное. Вот таких два крана. Огромные стрелы. И вот он П-36, который, соответственно, будет мы тоже переставлен.
Смена позиции, паровоз, видите, теперь уже двигать стали, ребят. Вот момент летящий паровоз. Такая мощная техника. Вот, ребята, видите, как он уже почти рядом с тендером, мы туда его сдвинули. Завершающие кадры вот этой перестановки, когда его сейчас уже на землю поставят. Да, это, конечно, такая работа непростая. Видишь, как деликатно. Ну что ж, друзья, товарищи, сегодня на ваших глазах группа иллюзионистов под управлением маэстро Игоря Кио заставила огромный паровоз левитировать по воздуху аки свинцовый цеппелин. Все-таки вставил рокеров своих. Ну да ладно. После экстрактинга героя на станционные пути, его оттащили в локомотивное депо, где специально обученные люди провели освидетельствование колесных пар и наладили автотормоза ЕМН. Затем электровозом аппарат потащили в депо Тихорецкое, где, предполагается, ему и выполнят большой ремонт с восстановлением доходового состояния. На момент записи ролика на месте П-36 ничего нового не появилось, хотя разговоры об этом были. Что ж, может, в будущем музей пополнится новой ретро-техникой. А что думаете вы, джентльмен, об этом событии? Согласны, что это правильно – извлекать музейные локомотивы и ставить их на ход, но при этом лишая музея экспоната? Или же лучше музея вообще не беспокоить, а брать машины для реставрации только с баз запаса? Напишите ваше мнение. Мы благодарим всех, кто досмотрел этот ролик. Оценивайте его лайком или дизом, да не забудьте проверить подписку на канал, прям не знаю. Всем еще раз спасибо. Всем удачи и до новых видео!